опасная контратака, но вот что делает этот человек. Мяча, и сейчас мяч все-таки оказывается в сетке. А вот так вот отвечает команда из Брянска. Еще удар поворотом и мяч в сетке. Браво! Красивые голы у нас пошли. Третий гол у нас в этом матче тем временем. Хорошая передача, еще момент у звезды. Будет ли гол? Будет или нет? Нет, не залетает мяч вам. Один момент и классная комбинация. Ой-ой-ой, это, конечно, красота здесь, в этой ситуации. Не точно передача. И вот он. Вот он хэт-трик у нас в этом матче Юрия Сержантова на третий период этого поединка. Вот Миркина ошибается на выходе и забивает у нас в этом эпизоде Акулова. 6-4, кстати говоря, счет-то у нас становится. Шумова, хороший удар, и здесь Буевик куда-то раскачивает мяч. Как опасно, вот это голы у нас! Везде прыгать, радоваться. На песке все игроки появляются, начинают здесь танцы. Звезда сегодня будет гулять в Казани, не бойся этого слова. Заслуженно выигрывает этот чемпионат России.
лучший бомбардир. Ивета Акулова, команда Drive 32, город Брянск, и Юлия Сержантова. Лучший вратарь. Виктория Силина, команда «Звезда». Лучший игрок Александра Самородова.